Костанае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя городского отдела физкультуры и спорта. Он, кстати, до недавнего времени был директором футбольного клуба «Иртыш». Чиновник обвиняют в том, что, будучи руководителем отдела, он предлагал сотруднику финансовой полиции взятку в 6 тысяч долларов за положительное решение по проводимой проверке. Ревизия проводилась по жалобе о злоупотреблении должностными полномочиями. В связи с тем, что Иржанов свою вину признал, производство уголовного дела в его отношении проводилось в порядке упрощенного досудебного производства. В настоящий момент данное уголовное дело направлено в прокуратуру для дальнейшего перенаправления в суд. По уголовному кодексу за преступление данной категории предусмотрено наказание в виде от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.